какая у нас красавица. Он же этот мальчик, правильно же? Мальчик. Иди сюда. Иди, я тебя сфотографирую. Красотулечка. Какой песик, но пока еще не привык к нам. Травка, да, травка. Возле мамы идет. Посмотри середину. Ашким баксом ортая зиор. Как хозяин. Это, говорит, дорогой очень в Турции ваша собачка. У нас тоже. О, рода дачок. Ой, ты красавчик такой. Ой, ой. Лаки, Лаки, посмотри сюда. Посмотрите, какой красивый Лаки. Как лисеночек, да, он? 2 градуса, без 5, 8. Сколько на море людей. Чуть-чуть поздно сегодня вышли. Смотрите. Красавчик, красавчик. Да, звезда ты будешь Ютуба. На маму смотрит, на водичку, на. На. Попей, мой хороший, попей, моя жарушка, попей, давай. Жарко тебе будет тут, да? Привыкнем, все привыкнем. На усы тебя не отстригешь, жалко. Все, хватит, да, скажи? Сама пей, мамка. Все, ладно, хватит. Жарко тебе? Как он смотрел на тебя, когда ты зашла. Море сидел. Кушать, наверное, хочет. А что, он там-то не поел, не сыпал? Котлету чуть-чуть. А шкам кофта еды бирас? Кичик-кичик иштане. Böyle. Küçük yaptı. Az verdim, çünkü iyi değil, alışmaz. Ama çok istedi. Посмотрите, мы такую ситуацию видим. Судан коптый. Судан копма. Кошка и крыса. А? Bak bakalım. Onun orada yuvası var, tamam mı? Hadi. Залезла в норку. Светлана, сегодня праздник, потому что у меня колбаса русская. Вот такой завтрак я приготовила для моих гостей. У меня здесь такой бюрек вчера я делала. Семит купили, огурчики, помидорчики, маслица, сырочек. Сейчас будем кушать. Приятного нам аппетита. Лаки! Где Лаки? Лаки ви Лаки. Одела я своих гостей и встречаюсь с Настей. Вот одела первый раз сегодня туфли на каблуке. Не знаю, как я дойду, но посмотрите, какая жара сегодня. Наверное, лето не заканчивается в Турции. Мерси. Мы заехали в такой район. Кругом идет строительство. Вот посмотрите. Кругом строительство. Это, да. Навигация нам правильно нас привела. Ой, вернуться надо туда. А, неправильно, да? Кругом новостройки. Ну, это, наверное, Енишехир, да? Нет. А какой район это? Подожди, не могу думать. Вот здесь кругом новостройки, строительство. Ну, от моря и от центра это далеко. Очень. Это как где-то к горам поближе, я думаю. Мы уже даже на третьей. Дур-дур. А. Успела. Ага. Чего ж ты так нас не довезла? Ой, куда мы едем? С Настей, куда бы я только не попала? В Лала-Эзар. На Кавалты. И садик здесь даже. Это что за такая глушь? Вот такой салон. Мы пришли здесь знакомая встретиться.
Эсси, гюзелик, эстетик. Здесь и парикмахер, да, так я поняла? Заметили, что это потом. Да. Сейчас там внутри тоже красиво. Такие уставшие с Настей. Особенно я. Всем привет, друзья мои. Еле сдерживаю себя в руках, я должна... Мать есть мать. Но пока не могу вам ничего сказать. Но мне очень плохо. Какая красивая наша набережная. Сейчас 5 часов вечера. Солнышко, жара спадает. Настюшка, скажи моим. Привет, здравствуйте все.
Как дела? Как поживаете? Мы вот едем опять навстречу. Там будто им работаем. Да. Пока. Вот в этом кафе мы сидим красивым, одно из самых престижных. Рассказываем про наш бизнес и телеканал с турецким. Так что встреча, мне кажется, проходит удачно, потому что я уверена в своем бизнесе. Друзья мои, вот в таком кафе мы посидели. Встретились, сниму я эту маску. Ой, дышать стало легче. Как тяжело. Знаете, почему нельзя без масок? Потому что штрафуют. Зачем мне нужны штрафы? Вот в таком красивом. Оно самое престижное. 4 этажа. Посмотрите. Ну все. Пошли мы до дома, до хаты. Находится возле стороны. Это форум, да? Вот задняя сторона. Ну вот, наш день заканчивался деловой. Пошли мы домой. Археологии в Мерсине. Я тут еще не была. Интересно там, Настя? Нет, дети ходили мы. Это Мерсин Денис музей, морской музей. Вообще, лаваш заверну, салат, огурец, помидоры и сыр, это я могу поесть. Эту курицу до сих пор крылышко осталось от нашего. Знаешь, как вкусно отвариваешь яичко, яичко, огурчик, твой сыр, майонез, и завариваешь, заворачиваешь в лаваш, вообще такая вкусняшка. А вот то кафе, где мы сейчас только что сидели. Наши партнеры до сих пор сидят, обсуждают.
Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.